Вот сварил из костей в будние дни костный бульон. Кости выварились, уварились, прям размягченные. Вот я кошечке дал такой холодец, кушай. Ну это практически тот же кошачий собачий корм, который продают. По 20-25 рублей пакетик. От него хоть они пить не будут. Да, вот она дрожит, кушай. Это вот она, желтый, это вообще куриный. 9 литров получилось, свиное куриное. Тихо, не матерись. Я кино снимаю. Барсик, иди сюда. Барсик, айда. Тихо, Сереж, ну не матерись, ну ё-моё. Коты потом повторять за тобой будут. Кушай. Трехцветные кошки приносят удачу, да? Замерзла. Кушай. Вот если нагреть, можно это. Супчик горячий. Лопнет. Ну, я смотрел, у них в кормушке полно еды. Да не едят. Не едят корм. Лучше кости вываривать вот так вот по 24 часа. И вот 9 литров получилось. Тут полторашка, и там еще половина пятерки. Полторашка, пятерка и половина пятерки. 9 литров я сварил.